Опа! F-ку! Это уровень игры. Я слышу, мне много раз говорили про мафию. Я знаю, что это за игра. Может, уже залетишь в массу. Я не могу стримить все игры, которые вот это вот работяги просят. Пора заканчивать стримерскую карьеру, серьезно. Плакал над финалом Игры престолов. Что, блядь? Эй, народ, чё, все еще нет Battle Pass 2019? Да, знаю, нельзя трейдить. Но Tasty Drop разыгрывает его даже из бич-пакета за 9 рублей. Battle Pass 50-го, 100-го левела, паки уровней, даже самые классные. Но главное, о боже мой, у них можно выиграть Аркану на Шейкера, Микрочелика, Инвокера и Акса? Все просто, если выпадает одна из наград, Tasty просто начисляет баланс на Steam. Сейчас скидки на эти кейсы по 50%, поэтому не тормозите. Залетайте по ссылке в описании прямо сейчас, вводите промокод и получайте сочные бонусы. Плюс 15% на баланс, халявные кейсы и тестикоины. Tasty Drop. Ну, сладенько же. Все, теперь точно контента для стримов не осталось. Теперь реально буду стримить черный экран. PUBG стримить невозможно, потому что читаки стрим-снайперы. Авточес меня заебало по своим рандомам. У Mortal Kombat меня взбесило то, что у Джейд забрали подножку. В мультиплеере. Остался черный экран или поебота. В доту я больше не играю. Пора, наверное, завершать, блядь, карьеру стримера, на самом деле. Потому что мне больше нечего стримить. Это если по факту. Так, я начал новую игру. Вопрос. Как развиться, чтобы не умереть? То есть, допустим, даже с двумя гулями или двумя утопцами драться я не могу. Я могу только один на один максимум, чтобы меня не размотали. После каждого раза? Что лично ты никогда не верни пройдешь его на такой сложности. Пострим хотя бы тут же ХС, там рандома меньше, чем в шашках. Бля, ну... Какой ХС? Ну, просто ХС это еще более долбоебская игра, чем шашки. Да, вроде, кстати, в ХСе меньше рандома оказывается, вроде как. Это, наверное, правда. Но! Я потратил на Hearthstone за все время 100 тысяч рублей. 50 тысяч мне, ну, кинули донатеры, типа, на стримах, на паки. 50 тысяч сам. Вдумайся. 100 тысяч рублей на это рандомное говно. То есть, игра чисто pay-to-play. Многие говорили, что артефакт, ну, pay-to-lose, там, pay-to-play, pay-to-win, неважно. Но Hearthstone, это вообще пиздец. Если тебе нечего поиграть на стриме, пройди мафиату чита, просто для работяг есть. Да бля, я не могу играть бесконечно в игры для работяг. Сюжет, атмосфера просто бомба. Я слышу, мне хотя много раз говорили про мафию. Я знаю, что это за игра. Лол, я знаю, что это за игра. Кому ты это говоришь? Ну что еще? Кому ты говоришь про чекай? Пап, где контент? Может, уже залетишь в массу. Я не могу стримить все игры, которые вот это вот работяги просят. Есть, ну что ж такое? Вообще увидеть этот шедевр от тебя или нужно 300к задонатить на прохождение? Нет, не надо донатить на Mass Effect, я в него не хочу играть. По поводу мафии, я знаю, что такое мафия. Я еще видел ее в компьютерных клубах, как многие играли. Я знаю конкретно, что это за игра, и многое о ней положительного слышал. Я в курсе. Имеется в виду, что нету того, что мне прям супер интересно, того, что я прям хотел бы. Работяги, стрим черного экрана уже близко. Мы все проебали. Лично я 250 рублей. А я профитнул. Ты сказал, что когда контента не будет, ты сделаешь стрим, где смотришь видосики наши. Ну раз сказал, значит делай давай. Все равно контента нет. А это самый топовый контент. Бля. Скоро новый фильм выйдет, Шрек 5. Будешь смотреть? Шрек 5 нет. Меня забанят вообще за такой, ну, за такой стрим. Как думаешь, только я подержусь? Можно, конечно, в теории попробовать, но... Там половина донатов будут байты. Байты на бан. Раз уж в плане контента начались смутные времена, то посоветую тебе Raibo 6. Лучший шутер наших дней. Из достоинств. Там все на реалистичах. Почти все стены, окна и потолки разрушаемы. Куча оперативников с разными гаджетами и оружием. И самое главное, там можно сидеть на точке и ждать шнырей. Бля, ребята, ну... Сколько можно советовать игры? Я уже столько раз объяснял, я не могу переиграть во все игры, которые мне советуют. Иди, иди сюда. Блять. Да в пизду. Вроде было легко, пока не стало сложно. А у меня еще стрим лагает, никто даже не говорит, всем похуй.
Короче, гайс, ну, контента нет. Даже не смог купить, собственно, этот Walking Dead ваш. Надо будет, получается, просто на торрентах поискать. У меня закончилась выносливость, и из-за этого у меня дэмэдж не наносился, я убежать тоже не мог. Хз что, я не знаю, мне уже нечего стримить, короче. Пора заканчивать стримерскую карьеру, серьезно. Тупо нечего стримить. Никак. Вернее, я сделал пост в своем блоге. Чекай под стримом, там есть ссылка на мой блог. Я сделал пост не только по поводу концовки, по поводу вообще всех сезонов. По поводу в целом, как бы, этого дерьмища. Я, если что, был не фанат Игры Престолов еще с самого начала. А, кстати, сегодня Чернобыль же серия вышла. Я забыл. После стрима посмотрю. Ну вот прямо вот как закончу сейчас, то и посмотрю. Видос Сереги Пирата про Твич, да, смотрел. А, кстати, я снова установил Mortal Kombat. Не знаю, зачем это сделал, но я его установил. Так уже сложилось, что я перестримил большинство игр, которые, ну, я мог постримить, все. А мультиплеерные игры по множеству ряду причин, как бы, ну, это true content, мультиплеер игры. Это мой основной контент всегда, как бы, мультиплеер игры. Я просто не могу играть уже. В PUBG я не могу играть, потому что там читеры стрим снайперы. Да и просто, ну, вообще. В Dota я просто уже не имею интереса. Dota изменилась, там тоже много проблем, связанных со стримом, да и вообще, я уже ее бросил. Я не желаю возвращаться, потому что ноль интереса. Плакал над финалом Игры Престолов. Что, блядь? Мне просто банально, ну, закончился контент. Это как бы нормально, и все. Все, больше как бы нет контента. И ничего не сделать. Его просто нет. Так, ладно, гайс. Буквально 10-15 минут. Чисто поесть говна, чтобы офнуть стрим на минус морали. И все, его рубаю. Ща, поем немножко. Почему рекламируешь микрофон, который не используешь? В смысле, я его рекламирую, блядь. Я ничего никогда не рекламирую. И что ты имеешь в виду? Мой пост в ВК? Мне предложили, давай ты сделаешь пост, а мы тебя отправим... Клаву и микрофон вроде. Чем мне отказываться, чтобы просто пост. Я рекламирую. Это, ну, продавать рекламное место, где бы то ни было. Допустим, вот рекламное место под стримом, да, еще там где-нибудь. Продажа рекламного места и конкретная реклама. Ну, когда вот именно чел рекламируешь, ему сказать, он рекламирует. Это, блядь, с моей точки зрения разные вещи. И всегда были. Почему он играет в МК-11? Он же его удалил. Да, я его удалил, но я захотел потом обратно поставить. Я поставлю на всякий случай, если вдруг... Подножку вернут. Тогда я смогу, ну, поиграть. Если не вернут, то не. То все. Да просто хотелось поиграть, бля. Просто хотелось поиграть. Вот именно просто хотелось. Я для себя его установил. Я даже не собирался его стримить. Я без стрима играл. Почему у чела комбинация на миллион дэмэджа? Ясно. Чел супер задрот. 0%. По-любому кто-то за стрим снайпил сразу. За стрим снайпили с 0 секунды. Ну бля, я же говорю, он за стрим снайпил, видите? Сразу понятно. Что за комбинация, блядь? Это вообще честно разве? Миллион дэмэджа комбинации? Нахуй пошел. Я еще фаталити сделаю. Он первый раунд специально проебал. Чтобы типа потроллить меня. А потом не смог выиграть. Как у чела получается делать всегда эти комбинации ебаные? Это настолько... Опять не тот сделал. Я не могу это сделать, короче. Я в реальной игре никогда комбинацию не сделал, только в практике. Вот у меня не получается, я не могу. Я, короче, тренировался где-то раз 100, чтобы сделать комбинацию, ну, в практике. Но в реальном матче
Это вообще нереально. Я не могу, тут так сложно. Ну, видите, не получается это сделать, комбу. Ну, сука, не могу я. На! Нахуй. Я не знаю. У меня такое ощущение, что это был стрим-снайпер, который поддавался. Потому что в первом раунде слишком сильно играл. Ну, зайду обратно в практику. Почему мне не получается сделать это в реальной игре? Из-за пинга или что? О, получилось! Только не до конца. Я не могу, это слишком сложно. 5-3, мне пизда. Челика плюсового винрейт. Какой шанс выиграть против плюсового винрейта? 0%? Я не могу, блять. Ну как сдвинуться с места? Как дальше продолжить? Я не умею, блядь, дальше, потому что это даже нельзя потренировать. Блядь. Это уровень игры. Сдавайся. Блять. Чисто мой уровень, блять, противник. Я только на таком могу попытаться в реальной игре сделать комбинацию. Только на таком. А то чего вроде только знает, короче, ну, два приема. Ну, я не могу дальше, блядь, я не знаю просто, мне не получается кнопки нажать. Я не могу это продолжить, оно не прожимается, пиздец. У него с обычных ударов миллиард дэмэджа, плюс телепорт какой-то невероятно быстрый, это нечестно. Чел играет не лучше меня, на самом деле. Он тоже слабо играет, пиздец, но... Это вообще жесть. Сколько тут дэмэджа? Сложно. У него просто герой сильнее, блять. Как обычно, игра без баланса. С миллион дэмэджа с ударов почему-то. Почему так много дэмэджа с обычных ударов? Лол. Почему, блядь? Я выиграл? Ну еще не выиграл. 2-2 типа сейчас. Отдыхай. Как всегда игра без баланса. Одни герои слабее, другие сильнее.
Опа! Эфку! Что? Сосать! Сосать, просто сосать! На, в рот выебал. Почему он делает постоянно крашинг блоу, а я нет? Их надо как-то делать или что? Я думал, они рандомные. Почему у него крашинг блоу всегда? Как их делать? Я думал, они рандомные, я их не делаю почти. Чего делать? Все, в пизду, блять. Всем пока. Прекрасный стрим. 10 стримов из 10. 10 из 10. Счастливо.